have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы продолжаем путешествие по миру Кены. Маленькая вещь, перед тем, как мы сейчас... Я хотел прицелиться, но... Ладно. Перед тем, как мы пойдем дальше, просто чтобы вы понимали масштаб. Это не то, что здесь что-то недоработано чуть-чуть, там что-то недоработано чуть-чуть. Загружаешь игру, и у тебя первоначальное меню появляется, и там продолжить, загрузить, настройки, и тот, все это. Так вот, изначально выделено слово продолжить. То есть ты такой нажимаешь Enter, и ты не продолжаешь игру. Просто слетает выделение, и у тебя теперь больше ничего не выделено. И теперь, чтобы продолжить, тебе нужно отдельно навестись мышкой и нажать на слово продолжить. Понимаете, ну, можно про очень многие мелочи, которые здесь вот такие проявляются, можно сказать, но это же мелочь, оно не стоит внимания. Это мелочь само по себе. Но когда одна мелочь, другая мелочь, третья, пятая, десятая, 25-я, и потом это уже начинает просто бесить. Кстати, доставка... А, погодите. Это сюда можно почту духов доставить? Значит, та посылочка, которая у меня есть, она отсюда. Все, я понял. Давайте доставим. Ну что, у меня же все-таки две почты духов. Я забыл, что здесь тоже есть. Буду с вами честен. Я подустал от этой игры. Честно, подустал. Она меня очень сильно выматывает. Вот этими багами, вот этим геймплеем. Но я считаю, что... Ну, скажем так, было бы невежливо бросать ее. Не по отношению к разработчикам. Разработчики не особо церемонятся с людьми, когда выпускают на рынок такое сырое произведение. Вот, по отношению к зрителям было бы нечестно бросать игру. Собственно, поэтому я прохожу все то, за что я берусь. Если вы помните, я бы предпочел, например, это забыть, но если вы помните, у нас был Tomb Raider на канале, и насколько я на него ругался, и все равно я его продолжил и закончил, и игру мы прошли. Да убей ты эту сраную таракашку уже. Да, ну вот нормально, да? Он добежал до меня, но подождал, пока я выйду из уворота. Блин, хилки тут, конечно, никакой не будет. Хедшот тебе. Прошли эту почту духов. Почему я вспомнил про Tomb Raider, играя сейчас в эту игру? На данный момент мне казалось, что Tomb Raider, который мы проходили, это была самая отвратительная, самая говёная, самая тупая игра, которую только, в принципе, встречал, в которую я играл. И да, но у нас есть на канале, вы можете посмотреть на этот кринж, но я вам не советую в это играть никогда. Вот, что еще более удивительно, у нее огромнейшая высокая оценка, там в 9 баллов, ну это было тогда, я не знаю, надо будет как-то, может, что ли, перепроверить. Вот, так вот, вот эта игра, она подбирается к Tomb Raider по кривости, по бесячести, по тупости. Очень жаль. Потому что, в отличие от Tomb Raider, эта игра еще и красивая. Серьезно.
А что вы от меня еще хотите? Где-то есть еще? Погодите, сейчас. Вот смотрите, вот сюда залезть я уже не могу. Не, все. Вот только сюда. Очень много таких моментов. Че ты от меня хочешь? Тут три или не три? Я с определенной скоростью должен их ударить. Что происходит? Идите нафиг. Я не хочу с этим разбираться. Серьезно, достало просто. Я смогу... Смогу. Сократить себе путь через мостик здесь. О, это я просто денег себе таким образом получил. Хорошо, мы тогда даже фаст-тревелом не будем пользоваться, поскольку мы открыли себе проход через деревню. Что нас ждет в этих четырех областях, которые мы сейчас пойдем осматривать, я не знаю. Даже не думал, что у нас будет подобное развитие событий, поэтому давайте просто глянем. Тут, кстати, вода еще заражена, если что. Духи нас ведут дальше. Еще я, наверное, немножечко не понимаю мотивацию нашего персонажа. Так, а через маску надо посмотреть. Ну и толку этой преграды, если я могу через нее пройти. Я что-то не понимаю в этой жизни. Погоди, что от нас хотят? Откройте барьер духов с помощью маски Тоси. С помощью маски. Тут с этой стороны, кстати, маска не одевается. Вот тут можно еще доставить почту духов, но у меня ее уже просто нету. И я сюда подходил, это была не та почта. Хорошо, с помощью маски. Ну и что мне ею делать, этой маской? Пока я в маске, я не могу ни шевелиться, ничего. И как? Постоянно забываю. Короче, смотрите, чтобы открыть карту, нужно Tab и Escape, но чтобы одеть маску, нужно T и еще раз T. Потому что если во время маски ты нажмешь Escape, то игра просто поставится на паузу. Спасибо, спасибо, просто... Ну, и чё мне с этой маской? Ладно, ребят, сейчас, секунду. Нужно понять, что происходит. В общем, смотрите, ребят, фишка в том, что дали нам 4 места, куда мы можем сходить, а на самом деле активно только одно. Я не понимаю, зачем тогда так делать. Обозначили 4, типа, иди куда хочешь, но на самом деле пройти можно только в одно, потому что маска висит только здесь, и действие у нас появляется только здесь. Причем ведет сразу куда-то в центральное. Не знаю почему, но по сути нас сейчас пропускают только вперед, и ни в одно из дальнейших мест мы попасть не можем. Ну, точнее как, вон вы видели, мы можем пропрыгнуть вокруг этого препятствия, но там внутри ничего не активируется, ничего не случается. Просто забейте. Ладно. Я немножечко сейчас в предвкушении того, ну, во-первых, пока я туда дойду, тут, естественно, будет еще и паркур и всякое такое, но учитывая, какие кривые здесь были, ну, главный босс, смотрите, только один был кривой, но до этого мы с вами тоже сталкивались с кривыми боссами, поэтому получается просто лотерея,
на что я попаду. Или на что-то кривое, или на что-то нормальное. И от этого я себя чувствую неуютно. Потому что если я попаду на кривого финального босса, это все затянется очень надолго. Я бы, наверное, не хотел бы. Что за пролагивание, ребят? Игрушка кушает 30% ресурсов компьютера. Она, в принципе, не особо жрущая. Что за просадки, что за пролагивание? Ладно, у нас тут есть... Помогите Тоси. Помочь, ну, в смысле, убить его, да? Блин, мне кажется, тут сейчас такое будет. Ну, да, вот тут будет сейчас почтите память. Хилка. Раз. Хилка. Два. Хилки абсолютнейше бесполезные, потому что мы прокачиваем здоровье. Кстати, прокачивание здоровья тоже практически бесполезное, потому что боссы все равно валят за 3-4 удара. А хилка, она не лечит полностью, она останавливает только половину нашей никчемной жизни. То есть она изначально, хилка, рассчитана на ту полоску жизни, которая у нас есть от начала игры. Вот она ее целиком восстанавливает. Для нашей полоски жизни она сейчас только половинку восстанавливает. Поэтому эти две хилки... Это просто один полный отхил. И все. Ладно. Поехали. Посмотрим, что нам предлагают здесь. Тысячелетнего сокола нам показывают. Ну, вы видели очертания на полу тысячелетнего сокола. Так, чувак психанул. Метнул копье. Он в него, не знаю... Тот самый момент, когда тебе в VR показывают хоррор, и ты такой: «А, к черту эту маску!» И она растворилась. Ты далеко зашла, проводница духов. Но что ты на самом деле ищешь? Вот и мне интересно, что тебе нужно-то? Зачем ты все это делаешь? Что ты прячешь? Для чего ты здесь? Шавка мелкая. Я ощущаю твое истинное намерение. Убить тебя, ну как бы да. Ты делаешь вид, что заботишься об этих духах, но на деле ты служишь только своим интересам. Оп, минус способ. От меня тебе свою слабость не скрыть. Сильный дядька. Минус кристаллы, минус посох. Неужели она сейчас сможет фигачить силой прямо из рук? Вот это будет интересно, кстати. Духи, духи. Ты тут что, батю, что ли, ищешь? Потому что у нас были намеки, типа, мой отец был сильным проводником. Тот все от 5-10. Папа? Папа, ты где? Да, это она! Я, видимо, угадал. Ты не можешь здесь оставаться. Папа, я хочу домой. Мой папа пропал. Можешь мне его найти? Не тревожься. Мы можем поискать его вместе. Это его посох. Он не сможет попасть без него домой. Можешь принести, понести его за меня? Да, давай. Вот так ты получишь свой посох обратно, что ли? К
Кстати, ребят, вот этот щит, он абсолютнейше бесполезен, потому что он сбивает темп битвы. И фишка в чем? Да, я понимаю, что я его не прокачал. Там на него можно повысить поглощаемость урона и всякое такое. Но фишка в том, что босс, по крайней мере в том виде, в котором сейчас щит есть, босс его пробивает с первого раза и плюс наносит тебе урон. То есть ты такой пытаешься блокироваться. Я так понял, что этот щит, он только против мобов. Или чтобы использовать его против боссов, нужно очень сильно прокачать его. Ну, не торопись. Ты прошла долгий путь. Переход в иной мир – нелегкое дело. У Тоси особенный дух, гораздо сильнее остальных. Он сумел вытолкнуть меня из своих воспоминаний. У Тоси необузданная сила, но не она причиняет причина твоей неудачи. Оскверненный дух черпает мощь из противоречий, раздирающих их изнутри. А кристалл на шее как восстановился? Отец рассказал мне о священном горном храме и его связи с владением духов. Когда я лишилась отца, я отправилась на поиски храма в надежде, что смогу еще лучше помогать духам. А почему? Ну ладно. Я всегда знала, что он умер. Мне казалось, что если сумею помочь многим духам обрести покой, он увидит меня и будет гордиться мной. А, вот твои мотивы. Понятно. До тебя приходили и другие проводники духов. И все они потерпели неудачу. Твой отец гордился бы тобой. Такой, как ты стала. Дайте титры, я пойду отсюда, пожалуйста. И теперь мне скажут по вот этим трем отдельным местам помотаться и... Тоси не смог примириться с судьбой, готовой нашей деревни. Он уничтожил священное существо и разорвал природный цикл наших земель. Похоже, Тоши спрятал свои реликвии во владениях духов. Тебе нужно перебраться на ту сторону, чтобы их отыскать. Ищи порталы в деревне. Рывком проходи сквозь них. За ними находится владение духов. Что значит рывком? Удерживай щит и нажав, чтобы совершить рывок. Используй. Дэш. Для уворота. Любовь Тоси. Ясно. Эй, Любовь Тоси. Ага. Сожаление. Любовь тропа мастера масок. У нас еще и новая механика ожидает ко всему. Не просто. О, вот это мне придется взрывать на скорость, это я вижу. Аттракционы на этом не закончились. Сундук испытаний. К черту, там просто деньги. У меня 265, так, духи, которые духи, улучшения. Чтобы щит плюс, нужно 200. Давай я его качну, мне все равно больше открывать нечего. Отважное парирование и четвертый уровень тлена требуется. Это я могу открыть. Погодите, вы хотите мне сказать, что четвертый уровень тлена требуется для одного единственного улучшения на прочный щит плюс-плюс? Тут наши полномочия, все. А. Сундук я даже пытаться не буду открывать. Где там, к черту? Да что-то есть. Это можно будет потом упустить как-то. Ну, надеюсь. Получится, если мы эту часть очистим от скверны, то у нас еще какой-то кусочек
Я нажал у ворот. Что? А каким образом я ваншотный? А как? Ты не хочешь мне подсказать? Использовал. Да серьезно ты? Маразма не хватало до этого, да? Давайте еще. Увернуться причем от этого заклинания невозможно. Подошел и ударил. Иди сюда. А, мы через мостик тоже можем все запускать, да? У нас все хорошо с этим. Это причем мне еще и тленное действие забирает. Откуда вы появились? Да иди нафиг, оно еще и прыгает. Все, свали отсюда. Кто-то стоит, кастует тут. То, что они прыгают, это невероятно бесит. Так, хорошо, два. Просто не знаю, у меня уже нет слов для того, чтобы все это выразить. Черт побери, эти эмоции. А давайте сделаем такое заклинание, которое будет кастовать чувак, который стреляет неостанавливаемыми шарами и который может еще и регенерироваться. Давайте он еще будет делать нашего персонажа ваншотным. Ну, то есть этого же не хватало явно, то есть все же было нормально до этого.
просто забить. И что я тут делаю? Вот, видите, очередной раз. Место, за которое, на котором сделан зацеп. Зацеп нафиг не нужен. Мы нормально допрыгиваем. Ой, это почта духов. Но те места, на которых зацепа нету, туда допрыгнуть невозможно. Потому что даже когда ты касаешься ногами уже этого места, тебя все равно специально сбрасывает, и ты с этим ничего сделать не можешь. Так, вот, давайте сюда. Деньги, деньги, все остальное. Дребеди день. А, это место, которое мне указывают, я понял. Для почты духов указали мне. Еще и темная локация. Ну ладно, черт с ней, что она темная. Что я здесь ищу? Страхи Тоси, любовь Тоси, сожаление Тоси. Тоси расколбоси. А куда мне это? Погодите, я пока... Обожи, это, брось. Фу, кыш, брысь, мяу. А, туда отнести? Ну давай, хорошо. Вот сюда вот тащи. Давайте, рабы, впахивайте, блин. Еще одна механика, которая чудовищно замедляет процесс всего, что здесь происходит. Ну ладно. Вот так она проходится. Это, ну ладно, пойдем дальше. Ага, вон, видите местечко, по которому надо будет взбираться? Хорошо, что у меня две бомбы. С одной, мне кажется, это превратилось бы в ад просто. Еще одно место. Опять же, зацепы сделаны. Ну вот, каждый раз ты говоришь, я понимаю, что это бесполезно уже говорить. Но, чтобы не противоречить самому себе, я это говорю, и вот подтверждение моим словам. Вот и все. Что тут? Ничего? Тут вроде ничего. Просто деньги? Ничего личного. Все собрал. Я не знаю, зачем я их собираю. Почему-то просто продолжаю их собирать. Без какой-либо на то причины. Ну, здесь надо, хорошо. Смысл этих ребят здесь? Абсолютно никакой, просто типа... Чё-то давно тебе ничего не попадалось. Да, тут эти ребята спавнятся. Я видел. Опа! Уворот. Да выпусти меня! Кривое говно. Ай, я думал, получится заспамить его. До свидания. Все.
это тоже убрали. Хорошо. А вот этот проход здесь зачем? Хм, ладно. Это было немножко подозрительно. Вода. Кстати, вот эта вот вода, я все думал, что она мне напоминает. Помните, «Охотники за привидениями», вторая часть, там, где слизь текла по канализации. Вот мне эта вот вода напоминает слизь по канализации. А, естественно, она же ядовитая. Погодите. А, да? Но, по-моему, не, это не отсюда как-то. Ну, ладно. Или наоборот, я... А, погодите, я вот туда наверх попаду. Зарядись. Мне предлагают так, а потом туда. Я, в общем-то, не против. Наверное. Это порталы. О. Нет! Нет! Куда? Куда? А! Его повернуть надо было. Тварь! Я только сейчас это заметил. Хорошо, пусть не возвращается на место. Ну, просто отсюда можно допрыгнуть, а там нельзя. Там его нужно развернуть. Пусть они вернутся на место, потому что иначе... Я не успею. Вон этот камень, его можно было сразу заметить. Попади. Спасибо. Ладно. Аж... А, сюда нужно притащить цветок. Значит, он где-то относительно недалеко здесь должен быть. Хилка. Чё за призрачная... Фиг ли ты убегаешь? Игра, прекрати. Вот сейчас, почему я бомбу-то не взор... А! Он своим прикосновением тоже активирует бомбу или просто так совпало? Уйди! Да, он тоже, он своим прикосновением активирует. Вот, чувачка бомбануло! Не по-детски. Делать новых!
А что я им сделаю-то? Они призрачные. Все, понял. Блин, больно. Я не отправлял на них. Игра интерпретировала мои действия по-своему. Хорошо, ладно. Это интересно. Я не спорю. Стоило догадаться, что раз я сюда попадаю с помощью этого приема, то, наверное, их стоит бить тоже с помощью этого приема. Хорошо, хорошо. Я не против. Тут сундучок. Шляпа? Маска. Шляпа, да. Наверное, была мастерская Дзюдзиро, а эти инструменты похожи на те, что он носит. Ясно, понятно. Надеть маску. Это получается первая точка назначения, что ли? Маски, которые я создаю, помогают только духам, которые нас покинули. Твой долг перед теми, кто остается здесь. Боюсь, что ноша вождя деревни со временем становится все тяжелее. Я заберу, он просто из ниоткуда появился. Пойдемте, тут было... Вот за передвижение с драконом, это просто вот отдельный котел. Кнопка И распускает, спасибо. Просто отдельный котел в аду должен находиться для тех людей, которые создали вот эту механику. Вот там, я не знаю, они должны прям в бойлерную ада попадать, по-моему, игрового. Минуточку, Б это отпустить. Почему кнопка И работает так же, как и отпустить? Знаете, куда можете пойти с этим всем? С кнопками беда полнейшая просто. Разбросано, как будто, блин, я не знаю, пьяный мамонт дрыстал по кнопкам, как разлетелось его говно, так же и настроили все. Я еще не дошел, кстати. Ага. Как так получилось, что это сработало только со второго раза? А просто. Камни упали. Прыгай. Хорошо, хотя бы стелса в траве нету. Знаете, эти эксклюзивы от Sony с паркуром и стелсом в траве. Хорошо, мы вроде как что-то подходим, не подходим. Прицель. Кстати, тут есть хилки. Если тут есть хилки, это значит, что тут сейчас начнется локальный звездец микромасштаба. Это я не буду пока что брать. Несите. Можно было сюда. Это я не оттуда порастаскивал. Ну ладно, пофиг. По идее, должно сработать.
Или нужно угадать? Ах, вы ж. Нужно угадать еще. Я еще и правильно сделал, оказывается. То есть, если ты не угадываешь, то к тебе приходит кара. Надо, чтобы оно загорелось, тогда оно типа правильно. Ай ты. Я, получается, ошибся всего один раз. Но сейчас все равно будет бойня, потому что тут две хилки. Просто так две хилки не дают. На втором большом боссе было две хилки. Так что сейчас должно мясо какое-то начаться. Секиро, Shadows Die Twice. Будет какое-то говно, которое будет время от времени попадать в мир духа, и мне придется его оттуда выбивать таким. Или нет, или. Блин. Давай ты не будешь магом. Мастер масок! Я бы сказал мастер спама, ну ладно. Да-да-да-да, расскажи мне об этом. Он два раза так делает. Ага. Между рогов. Опа! Ты два раза такое делаешь, я в курсе. Да, да, я уже понял. Короче, смотрите, если один... Ну, то же самое, как и с предыдущим боссом. Если что-то хотя бы одно в тебя прилетает и второе, а возможно даже и третье. Поэтому... Давай пропустим это говно. В увороте! Да пофиг просто на твой уворот. Просто пофигу, знаете... Есть, по крайней мере, ему прилетел. Опа! Они еще и самона... Что? Нет, ну... Ну, ну что это такое? Я нажимал, блин, на этот чертов выход. Дай сюда хилку. Оба! Оба! Оп! Не надо! Он просто бегает с этой бомбой. Нет! Что за прыжки на...
Чё за прыжки через всю карту? Метание гребаного меча. Спам этим самым мечом. Ты вообще нормальный, блин. Нельзя отвлекаться на мелочь. Так же, как и с тем боссом, нельзя отвлекаться на мелочь. Эту атаку можно сбить. Хорошо. От мелочи просто надо бегать. И не давать ей по себе попасть. Ну! Носимся тупо по кругу. А, от этой волны можно было увернуться только... Ясно, понятно, короче, все. Ладно, ребят, знаете что? Нет, я не собираюсь сейчас на это столько времени тратить. Мы с вами, наверное, в следующей серии. Уже у нас просто много времени прошло. В следующей серии я попробую его забодать, побить. Все пока что. Мне нет на это сил, не хочется. Это даже какой-то полувторостепенный какой-то босс. К черту. Или, может быть, я его убью за кадром, и мы начнем следующую серию с того, как мы уже идем после него. Вы видели файт, вы видели, как все происходит. Все, давайте на этом заканчивать. На этом пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. И всем покеда.